гимн Полония Дона. Итак, гимн Полония. Благоприятно к нам сегодня. Мы хотели начать бал наверху, как бы на яхте. Но получилось так, что сразу все собрались в зале. Уважаемые дамы и господа, от имени посла Республики Польша в Москве, хотел бы поблагодарить всех, которые приняли участие в организации этого бала. Это очень большой польский праздник, и я очень рад, что будет быть вот сейчас с вами. Я только 3 недели в России, то есть извините за мой русский язык. Спасибо еще раз, и мы открываем через 1,5 месяца в сентябре визовый центр вашего удобства, чтобы вы могли складывать визовые анкеты здесь в Ростове. Теперь хотел бы сказать несколько слов по польски до моих соотечественников. Zaproszenie, szczególnie dla pani Wileżyńskiej, dla pana Kibickiego, dla zespołu. Życzę państwu udanego wieczoru i życzę państwu wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Спасибо. От имени правительства Ростовской области глубоко и сердечно поздравляю польскую диаспору с этим замечательным традиционным праздником, балом поляков на Дону. Стало уже доброй традицией, все мы знаем, май месяц, конец, начало июня месяца, мы с нетерпением ждем этого замечательного праздника. Все мы были свидетелями становления этой традиции, и большая заслуга в этом принадлежит, безусловно, Лежицкой Ирине Николаевне. Вам отдельное спасибо, что ваши организаторские способности помогают всем полякам на Дону сохранять свои традиции, вспоминать культуру, сохранять свой язык. Вы знаете, первые поляки, даже история умолчит, когда появились у нас на Дону. Так уж история сложилась, что и далекий 18 век, Первая мировая, Вторая мировая, перемещение поляков. Но самое было, что перед Великой Октябрьской революцией Варшавский университет переехал сюда, и преподаватели остались здесь. Сейчас это Южный федеральный университет, и если посмотреть на профессорско-преподавательский состав, то очень многие имеют польские фамилии. Польшу и Россию связывают дружественные давние традиции. Вот мы с нетерпением ждем 8 июня, когда стартует чемпионат Европы по футболу. Так получилось, мы в одной группе, думаю. Все-таки ничью мы, наверное, сыграем, а дальше пускай кто хочет выходит в следующий шаг. Уважаемые, прекрасный зал. Праздники, которые проводит Полония Дона. Прошу.
Wszystkich będzie w języku polskim. Szanowni goście, od całego serca życzę dla Państwa wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Wszystko, co jest najlepsze, niech będzie tu, w mieście Rostow nad Donem. Dziękuję bardzo. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Общественная организация «Польские сердца Невинномысска» рада вновь присутствовать на сегодняшнем ежегодном балу поляк. Мы хотим выразить огромную благодарность за душевный прием и гостеприимство Полония Дона города Ростова-на-Дону. Наша организация существует уже год. При этом большую поддержку нам оказывает организация города Железноводска «Объединенные польские сердца». А также мы зарегистрировали организацию «Польские сердца Невинномысска» в Главном управлении Министерства юстиции Ставропольского края 1 февраля 2012 года. Желаем всем приятного вечера. Шановне панство, вітам вам і вітам вас всіх, які дійсно споткались ми так і пінькнем жали. І ще не сердечне поздравлення і життєння всіх на доброго від поляців, які мешкають далеко від Ростова на Дону. От поляців, які живуть в місті Новопавловське, то ми і на Кавказі живемо. І хотіла би повідати, тішимося дійсно дуже, що ми так пінькно всі разом. І як мовив наш Ян Павел II, є така в нього писанка була, аби ж ми були єдно, подаємо собі ринце, аби ж ми були разом. І єдно мілі серце, ділімо ще хлебом, ділімо ще небом. Нех ще одміні, нех ще одміні, обличчя землі та землі. І ми повинні бути всі в місті, подадим друг другу руки. Здоров'я, щастя, міра, добра і благополуччя вам, дорогі наші ростовчані, всі гості і всі-всі-всі, хто сьогодні на цьому прекрасному балу. Всього самого прекрасного, до нових встреч. Шановні пані і панове, Полонія Новоросійська вітає всіх гостей з дуже приємним балем, який тут ще відбувся. Вітам всіх. Bardzo dużo można powiedzieć teraz słów, jaki można charakteryzować. To jest już ile lat ten bal się zbiera taką ilość ludzi. I bardzo dziękuję pani Irynie Bliżyńskiej za ten przyjemny i ciepły wieczór. Tak, tak. No, życzę organizacji pani Bliżyńskiej 100 lat. Вилежинская, прошу вас, чтобы прошу вас всех встать. Теперь торжественная песня для пани Вилежинской. И со спевами с паном консулем. Сто лет, сто лет, не жиє, жиє нам. Сто лет, сто лет, не жиє, жиє нам. Еще раз, еще раз.